Друзья, здравствуйте. Меня зовут Сергей Рязанов. Я руководитель агроконсалтинговой компании «Агроконцепция Рязанова», сокращенно АКР. Сегодня мы поговорим о ключевой теме в производстве озимой пшеницы, с чего все начинается, с выбора сорта. Из-за сорта, из-за качественного выбора сорта, мы можем повысить урожайность при тех же самых составляющих затратах на 5-10%. В среднем это 7% от вашей урожайности, в среднем это 5% где-то центнеров с гектара только благодаря качественно выбранному сорту. Также правильная сортовая технология, то есть определенная технология под определенный сорт, дает те же 5-7% дополнительного дохода, дополнительной урожайности. Поэтому общая ставка вот именно по выбору сорта и технологии под ваш сорт, это где-то ставка приблизительно 10% плюсом к вашей урожайности. Поэтому важная тема. Поехали. Задача. Задача выбрать для вашего хозяйства один сорт озимой пшеницы по каждому основному предшественнику. Основной предшественник – это когда он занимает от 20% вашей посевной площади. Если какой-то предшественник занимает 3-5%, я его не рассматриваю как ключевой, как основной. Я сторонник, чтобы количество сортов в хозяйстве было от 1 до 3. Хотя многие скажут, у нас 10 сортов, 15 сортов. Но я не видел, чтобы эти хозяйства каким-то образом выделялись по урожайности. Почему? Потому что невозможно понять, изучить 15 сортов в условиях обычного хозяйства, если вы только не институт. Поэтому выбирайте лучшие сорта для каждого из ключевых ваших предшественников по одному. У вас предшественников ключевых и будет 2-3, поэтому 2-3 сорта, по моему мнению, это оптимальное количество для одного хозяйства в рамках одной агроклиматической зоны. Всего в производстве в рамках одной агроклиматической зоны достаточно 1-3 сортов. Озимая пшеница, выбор сорта. Основных три таких вот больших действия. Первое действие номер один. Понять, что вам надо, какие характеристики, вот что вам нужно. Этот сорт должен быть зимостойкий, он должен быть высокоурожайный, в нем должно быть количество протеина большое, количество там, число падения должно определенное быть, натура и так далее. Вот вам нужно понять, какими критериями должен обладать ваш сорт. Для этого достаточно интернета, просто там много информации, описание сортов, вы с этим работаете. Потом вы выбираете, ага, мне нужно вот такие вот конкретные показатели, мы их сегодня рассмотрим. Дальше вы выбираете производителя семян, элитхоз. То есть, где вы будете, откуда вы будете получать исходный материал для того, чтобы эти сорта исследовать, изучать и потом использовать в вашем производстве. Дальше потом вы эти сорта испытываете у себя в поле. То есть сначала интернет почитали, посмотрели, потом съездили в элитхоз, уже взяли то, что вы хотите, сорта с определенными критериями, и потом вы испытываете у себя в поле. И после этого у вас остается 1-3 сорта на все ваше хозяйство. Вот, ставки достаточно большие, выбрать нужно лучший сорт и под этот сорт, под эти сорта подобрать лучшую агротехнику. Итак, понять, что вам нужно, какие критерии есть выбора. Первое. Скорее всего, вас интересует урожайность после определенного предшественника. Например, вы ищете конкретный сорт озимой пшеницы, например, четко по пару. Я хочу по пару, какой сорт будет давать вот максимальную там урожайность. Либо это по подсолнечнику, например. Либо это по кукурузе. Либо это пшеница по пшенице. То есть ключевой акцент, вы понимаете, что вам нужна максимальную урожайность после определенного предшественника. Второй критерий выбора – это качество зерна. Вот, вы делаете акцент, что вам нужен протеин, ИДК хорошее, число падения, натура. И третье, вот эта тройка самая такая важная, это снижение риска выращивания. У вас в хозяйстве есть 1-2 ключевых риска. Например, у вас пшеница там вымерзает очень часто, для вас это ключевой риск. У вас там пилильщик прям ну такой бушует там. Или у вас сильнейший фузариоз. Вот, таким образом, вот это три ключевых критерия для того, чтобы выбирать сорта. Вот это вот основные, особенно для небольших предприятий, вот это ключевое. Еще дополнительно добавлю еще несколько. Это критерий срок сева. Возможно, у вас будут какие-то ранние сроки сева, будут очень поздние сроки сева. И под них нужно выбрать соответствующие сорта, чтобы получать максимальную урожайность. Группа спелости.
это необходимо вам, чтобы у вас был уборочный конвейер. То есть вы посеяли какой-то ранний сорт, он быстрее созрел, потом там, например, среднеспелый сорт, который позже созрел, например, и среднепоздний, например, который еще позже. Также вы с помощью группы спелости вы избегаете того, чтобы, когда у вас засуха стоит конкретно в вашем регионе, чтобы этот сорт не попал в запал в момент налива. И шестое, отзывчивость на агрофон. Кому-то нужен агрофон, ну попроще, говорят, вот нам как бы удобрение не очень, нам нужен такой сорт, чтобы вот он при дефиците удобрения там показывал себя хорошо. А кому-то нужно готов максимально разгонять этот сорт, получать максимальную урожайность, и ему нужен сорт для высокого агрофона. Итак, поехали по критериям выбора. Урожайность после определенного предшественника. Сейчас на экране вы видите то, что рекомендуется на основании многолетних опытов оригинаторами, производителями, что, например, по пару одни из лучших сортов на данный момент это школа и гром. И я наблюдаю то, что школа в последнее время обгоняет гром по урожайности. Победа 75, также хороший сорт. Юка Алексеевич, ну такие уже долгожители достаточно, но по моему мнению, вот черный пар, гром, это ключевые. На поливе, например, это гомер. Вот сколько я наблюдаю, если вы хотите на поливе получать 8, 9, 10, вот гомер это то, что надо. По школе скажу то, что он меньше болеет, интенсивный тип, весной кустится хорошо. Это очень важно, если он осенью не докустился. И этот сорт школа превзошел гром. Но у него зимостойкость средняя. То есть, если где-то вы расположены Пенза, Тамбов, например, ну тогда для вас этой зимостойкости он не подойдет. Если южнее, то почему бы и нет. Победа 75, отмечу, этот сорт универсальный, он идет по разным предшественникам. Вот. Из новых сортов отмечу сорт Энергия, который еще широко неизвестен, но имеет также высокий потенциал показывать себя после таких предшественников, как Горох, Рапс, после хороших предшественников. Еланчик. Еланчик это сорт, который превосходит юбилейную 100 по урожайности. И еланчик достаточно хорошо себя показывает по зерновым предшественникам. По подсолнечнику Баграт, Васа, Исаул, Сила, Таня, Веха. По кукурузе на зерно Адель, Сила, Таня, Уруб, Веха. Вот. Также важно понимать, что не рекомендуется, например, такой сорт, как Гром, сеять по зерновым. Потому что очень восприимчивый. С одной стороны, он очень интенсивный, но восприимчивый именно к заболеваниям, которые очень много после зерновых колосовых. Таким образом, вы выбираете, подбираете ваших кандидатов в ваше хозяйство, которые вы будете заменять те сорта, которые на данный момент у вас стандарт. Вы говорите, вот у меня есть хорошие сорта, по предшественнику, например, пар, подсолнечник, кукуруза, но я ищу что-то другое. Вы ищете что-то другое, чтобы у себя испытать потом и выбрать наилучшее. Второе, качество зерна. Напомню, то, что есть слабая пшеница, которая, ну вот она генетически, у нее белка меньше 13%, там, пятый класс, например, она обычно дает. Ценная пшеница, белок 13-15%, сильная пшеница, это белок выше 15%. И у слабой пшеницы клейковина меньше 28, у ценной и сильной пшеницы больше 28. Но тут важно понимать, что будет сорт, да, у него есть потенциал, но используете его или нет, это уже покажет ваша агротехнология. Сорт создает потенциал, различные факторы ограничивают его достижение. На содержание белка сильно влияет почвенно-климатические условия. Ну то есть почва, чем более плодородна, тем больше белка. При продвижении посева пшеницы и других зерновых с севера на юг, с запада на восток содержание белка увеличивается. То есть, например, если вы выращиваете пшеницу, например, в Орле, а качество в Орле одного и того же сорта при одной и той же технологии будет хуже, чем, например, в Саратовской области, как пример. Вот. Также, чем севернее берем посевы пшеницы, Нижний Новгород, например, качество в Нижнем Новгороде будет хуже, чем качество, например, в Ростове, в Ставрополе, в Казахстане. Вот. Содержание белка и клейковины повышается, если налив зерна происходит в жаркую сухую погоду. Вот, например, в этом году в части регионов была прохладная погода, и поэтому качество, например, снизилось. Например, если взять Саратовскую область, из-за того, что налив проходил в прохладную погоду, число падения
Уменьшилась, натура уменьшилась. Такое же наблюдалось и в Краснодарском крае по качеству зерна, и в Ставропольском крае. Вот. Поэтому вы выбираете сорта, которые, например, имеют заранее потенциал к большому количеству протеина, но нужно ему помогать. Также важно эти сорта размещать после правильных предшественников. Например, размещение сильных сортов, напомню, это те, которые потенциально могут давать протеина больше 15%, 18% и так далее. Вы видите на экране, вы выбираете в зависимости от агрофона. Например, Исаул может быть на низком агрофоне, а, например, Юмпа или Батька, они любят, например, высокий агрофон. Размещение ценных сортов. Вы также видите на экране, что Васса можно и на низком агрофоне выращивать, и на среднем, и на высоком. Она такая достаточно универсальная. Но вот Грому, например, требует высокий агрофон. Без высокого агрофона Гром, ну, никогда не дает качественное зерно. Ему нужен вот прям хороший агрофон. Дополнительный показатель для твердых сортов озимой пшеницы – это стекловидность зерна. Вот, то есть вы слева видите, что пшеница может быть более стекловидная, справа менее стекловидная, такая мучнистая. Также отмечу то, что если вы хотите получать более белковую, с большим количеством протеина пшеницу, также знайте, что есть Nigri aristatum – это разновидность озимой пшеницы, она высокобелковая. В свое время я выращивал сорт Панна, которой количество клейковины было 35-42%. Ну, очень большое. Намного больше, чем эритроспирум, намного больше, чем лютессенс. Но, к сожалению, на данный момент я сортов Nigri aristatum не вижу, поэтому больше обращаюсь к селекционерам. Может быть, обратить на эту разновидность внимание. И те, кто имеет доступ к Nigri aristatum, ну, попробуйте, потому что количество белка в Nigri aristatum больше, чем обычная пшеница в лютессенс и эритроспирум. Дальше, по критериям выбора. Снижение риска выращивания. Количество рисков в хозяйстве может быть большое, их может быть там с десяток. Но ключевых вы выбираете всего 1-2 и на них фокусируетесь. Например, я знаю хозяйства, в которых пшеница, ну, выпадает каждый год процентов 50-70 от морозов просто. Знаю хозяйство, которое пшеница, ключевой риск это весенние заморозки, например. И вот вы выбираете ключевой этот риск и ищете сорт, чтобы этот риск сгладить, нивелировать, чтобы он вас не доставал, чтобы вы не рисковали так посевами. Итак, начнем с того, что первый риск это засуха. Ну, то есть засушливые условия, у вас мало количества осадков. И, например, сорт Колым, он такой засухоустойчивый. Кроме того, засухоустойчивы все остистые сорта. То есть эритроспермум более засухоустойчивый в целом, чем лютессенс. Вот. Эритроспермум мы видим, что вот у него есть ости, окраску колоса остей зерна вы видите. Преимущество остистой пшеницы. Чем засушливее климат в мае, в июне, тем лучше подходят остистые формы. И, к примеру, мы видим, например, если взять Волгоградскую область, юг, то там в основном, например, сорта пшеницы остистые. Если посмотреть Краснодарский край, то там практически больше 90% это безостые лютессенс. Остистые формы в основном более ранние, чем безостые. Также это помогает, чтобы растение не попадало в запал, быстрее созревало. Ости увеличивают поверхность растения, больше росы впитывается. То есть с утра, когда вы выходите, например, видно на этих остях капельки росы. И вот через ости они эти капельки росы собирают, потому что больше поверхность растения для того, чтобы собрать этот конденсат. Вот вроде бы ерунда, но тем не менее это влияет на засухоустойчивость. Остистые сорта в основном имеют более высокие хлебопекарские качества. Преимущество безостой пшеницы. Выше устойчивость к полеганию. То есть если идут дожди, то лютессенс безоста, она, ну, большей вероятностью выстоит. На хороших почвах и при достаточном уровне влагообеспеченности более высокая потенциальная урожайность. То есть, если ваша урожайность 7-8 тонн, то вам лучше подойдут безостые сорта. Если ваша урожайность от 2 тонн там, до 5, то вам лучше подойдут безостые. А от 5 до 7, до 8 и те подойдут. Более выражена стабильность числа падения у безостой пшеницы. И устойчивость к прорастанию в колосе. То есть остистые больше прорастают в колосе. Срок созревания широкий, от ранних до поздних. Разновидности, например. Если мы хотим более засухоустойчивый сорт типа эритроспермум, это юбилейная 100, Исаул, Юмпа, Изабель, Песня, Таня и так далее.
Следующий риск, который нам необходимо учитывать при выборе сорта озимой пшеницы, возможно, это вымерзание. Как пример, сорт даю вот Морозко, например. Когда вы будете изучать сорта, уточняйте также у производителей, против каких вот, к чему стойкость есть. Почему? Потому что, например, за зиму растение может быть погибать из-за того, что было выпривание, из-за того, что были низкие температуры, из-за того, что был глубокий снежный покров, например. Там. И в зависимости от родительских форм, от устойчивости, ищите эти данные. Следующее. Полегание. Чтобы растение меньше полегало, лучше использовать полукарликовые сорта. Ну, то есть, чем меньше высота растений, тем они меньше полегают. Гром, стиль 18, пример для того, чтобы растения озимой пшеницы не полегали. Полукарлики, например, они до 90 сантиметров. Вот, это отличное решение под свеклу, под рапс, которые не любят много соломы. И это такие сорта, как Гром, Таня, Краснодарская 99, Колым, Граф, ну и так далее. Вот, то есть это просто полукарлики. Следующий возможный риск – это пилильщики. Мои наблюдения – то, что сорт Васса более, например, устойчивый к пилильщику, чем сорт Таня. Если у вас в регионе это проблема, как правило, это южные регионы, выбирайте сорта, которые имеют более плотную соломину, и пилильщику ну, сложно ее пробить, чтобы отложить яйца. А есть хозяйства, в которых септориоз буйствует. Ну, это, например, Илиада, Урупа, Адель. Вот вы видите сорта, которые устойчивы к поражению септориозу. Например, устойчивый Урупа, Адель, Илиада, а восприимчивый Таня, Гром, Жива, Гомер. Такие сорта, как Таня, Гром, Жива, Гомер, их нужно более тщательно защищать фунгицидами, чем, например, Урупа, Адель, Илиада. Следующий возможный риск – это фузариоз. Наиболее, например, устойчивый к фузариозу Адель, Алексеевич, Сила. И вы видите сейчас на экране группировку сортов по устойчивости к фузариозу колоса, который очень часто появляется при посеве по кукурузе, на зерно особенно. Устойчивый – это Таня, Адель, Афина, Велена, Веха, Классика, стиль 18, Уруб. А вот восприимчивый Гром, Батька, Васса, Бригада, Ваня, Юбилейный 100 лучше, конечно же, не сеять по кукурузе. Но по кукурузе сеют в основном это южные регионы, где кукуруза вызревает, и после нее еще можно до ноября месяца, если не где-то до декабря, сеять пшеницу. Следующий риск – это весенние заморозки. Есть регионы, где весенние заморозки приводят к резкому снижению урожайности озимой пшеницы, либо даже гибели. Лучше, более устойчивый к весенним заморозкам – это пшеница длинного дня. В чем смысл? Когда выходит уже конус нарастания, и растения уходят в трубку, то есть там колос уже поднялся от земли там, на сантиметр, и заморозки, то есть минусовые температуры минус 5, минус 7, то пшеница очень сильно страдает в урожайности. Урожайность падает там, буквально на тонну, 2, 3 там, и так далее, вплоть до полной гибели. Но есть сорта короткого дня, вот это длинного дня, они долго не выходят в трубку, вот, поэтому они больше подходят. А короткого дня быстро выходят в трубку, и поэтому их заморозки прибивают. То есть поздние сорта будут лучше подходить против весенних заморозков. Сорта по реакции есть на фотопериод короткого дня, длинного дня и нейтрального. Пшеница короткого дня. Вот вы видите на экране фото 10, например, апреля. Вот разных сортов. Растения быстро сегментируют свой колос и быстро переходят в трубку. С левой стороны это был ранний посев осенью. С правой стороны это был поздний посев осень. И все равно они 10 апреля, они уже сегментировались, и уже растение пошло в трубку. А вот пшеница длинного дня, это внизу фотографии, с левой стороны это посев ранний, и с правой стороны посев поздний, они плохо сегментировались, и они в трубку не пошли. Поэтому для регионов, где есть проблема с поздними весенними заморозками, лучше подходит пшеница длинного дня. Кроме того, пшеница длинного дня подходит там, где мягкий климат, но вы хотите получать суперурожайность. Все мировые рекорды ставятся на пшенице длинного дня. Она дольше вегетирует, чем пшеница короткого дня. Например, если взять пшеницу, которую поставили мировой рекорд, например, там, в Новой Зеландии или в Англии, давайте возьмем, в Англии. Там, срок сева был в сентябре, и срок уборки был в сентябре. Вот она целый год вызревала. Вот это как раз пшеница длинного дня.
Среднепоздняя, ну то есть вот эта вот пшеница наиболее поздняя, это которые подходят против весенних заморозков, потому что будут не слабо развиваться. Тимирязевка 150, юка Антонина. Следующая проблема, бывает человек выращивает двуручки, то есть это пшеница, которая можно сеять и осенью, и весной, ну удобно с точки зрения семеноводства. Вот, нет урожая, но по моему мнению, вот Велена самая высокоурожайная двуручка. Прошу, если у вас есть свое мнение, например, по двуручкам или по другим сортам, просьба писать его в комментарии. Для того и создан канал, чтобы была площадка такая, на которой можно было бы обучаться, обмениваться информацией, обмениваться опытом. Поэтому мне ваш опыт также очень полезен. Поэтому прошу писать в комментариях информацию, которую вот вы считаете важной. Что, вот, например, нет, я не согласен, вот так вот, вот так вот. Много соломы. Низкорослые сорта эту проблему снимают. Колым, Гром, Таня. Если проблема много соломы, вы хотите меньше, просто выбирайте полукарлики до 90 сантиметров. Это Гром, Таня, Краснодарская 99. И если у вас проблема с соломой и вас это не устраивает, то вы, конечно, не выбирайте высокорослые сорта свыше 120 сантиметров, типа Адель, Анка, Доля, Еремеевна и Творец. И вот, например, в Саратовской области я был, там очень много высокорослых пшениц. Я как бы там не понимаю, зачем столько соломы, ну, для региона, который достаточно засушливый. В моем понимании полукарлики более эффективно расходуют влагу, которая есть. И есть, например, проблема нестабильного урожайности. То больше, то меньше. По моему мнению, достаточно стабильные сорта. Скипетр, Ермак, Аскет, Губернатор Дона, Безенчукская 380. Если у вас пшеницы менее 1000 гектаров, ну вот в хозяйстве там 500 гектар, 300, 800, вот эта информация вам достаточно для выбора вашего сорта. Вы поработали с интернетом, послушали в Ютубе, какой-то сорт выбрали и уже везете его в хозяйство, пробуете там, испытываете. Если у вас больше 1000 гектаров, ну есть смысл дальше слушать, дальше разбираться.